такая веселенькая, можно сказать, радостная, на фоне вообще рязанской живописи в целом, довольно-таки такой сложный, тонкий очень, серый. Вот. Выставка яркая, веселая, много солнца, много цветов, много света, цвета и какие-то абстрактные вещи. В общем, любопытная выставка. Вот. Все соскучились друг по другу. Нашей живописи, изобразительного искусства, да, она всегда нас подсвечивает немножко. Ну да, конечно. Но тем не менее, это неплохо. Вот, мы, большинство участников, это члены нашего союза. И... масок хорошо, и как чтобы быть все время без масок, чтобы этот проклятый карантин кончился, и мы никогда бы о нем не знали. Сочетание цветы, сирень с грибами. Вот тоже никогда не было такого. Рано. Да, вот и самое тяжелое. Честно говоря, я сам когда работал организатором выставок, это было непросто. И дальше в месяц будет выставка, приглашайте друзей, знакомых своих. Пусть обязательно придут. Спасибо. Я так и делаю. Так хорошо, все для себя. Хорошая идея. Да. Думаешь, будем пить? Будем нюхать? Это видео, можешь что-нибудь сказать? Привет, Рани. Да. А у нее есть еще что-нибудь? Ну ладно, у меня такое настроение вообще. Да, мы все попотелись. Здрасте. Ты что-то не захотел? Все работают с рук. Она не заметит, он там помоет, уберет, соберет, на стол накроет, на приготовит там это вот. Монастик, который уже не сын исправит, не то, что я качаю. Вот она и говорит, продавай им сына.